Всем привет! В пресс-конференции приняли участие организаторы фестиваля и самые яркие звезды Comedy Club. Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Дюша Метелкин и Демис Карибидис. Его жизнь, кстати, как и многих резидентов Comedy, связана с Сочи. Он здесь учился в университете. Сейчас он резидент Comedy Club и креативный продюсер фестиваля «Неделя высокого юмора». Я скажу, что весь Comedy Club себя чувствует в Сочи как дома, поэтому это не... Ну, понятно, что я отсюда, с этого региона, и мне здесь очень нравится, меня сюда тянет. Как выразились юмористы, Сочи – город нашученный. Здесь им приходилось не раз выступать в рамках КВН и концертов Comedy Club. Поэтому он, как никакой другой, подходит для недели высокого юмора. Для нас, как для бывших КВНщиков, это место, можно сказать, нашученное. Мы автоматически, когда в Сочи приезжаем, начинаем шутить. И шутки наши в том числе будут связаны с местным колоритом сочинским, с местными жителями. Так что многие будут узнавать, сидя в зале на сцене, себя. Фестиваль переехал на Черноморское побережье из Юрмалы. Кстати, за два предыдущих года проведения фестиваля его посетили 20 тысяч человек. При этом более половины специально приехали на мероприятия из других городов. На мое субъективное мнение, мне кажется, это лучшая фестивальная программа, которая была у Comedy Club. Да, во многом по смеху превосходит и Кинотавр, и фестиваль Киношок Виктора Мережко в Анапе. Во многом. Это точно. И даже уже чуть, мы уже дышим в спину фестивалю «Улыбка» Аллы Суриковой в Астрахани. Гостей фестиваля по традиции ждут не только новые номера, но и пляжный отдых в компании любимых резидентов. Каждый день после концертов будут проходить тематические вечеринки с участием звезд и диджеев. Кроме того, на фестивале «Неделя высокого юмора» Comedy Club отметит юбилейную дату – 10 лет с момента первого ТВ-эфира. Сегодня в программе первый концерт-съемка, всего их будет три. Все они пройдут в «Ледяном кубе».